Так, я всех приветствую на канале Актода. Мы продолжаем прохождение игры Восхождение на трон Валькирия. Так, мы тут вроде зачистили территорию. Вроде еще кто-то был где-то. Или уже не тут. Не, здесь мы, наверное, завалили всех. А, вот, кстати, у замка Гуннарда, да, это Гуннарда. У замка Гуннарда там что-то было. Так, а где этот чувачок-то, которому нужно сдать? Нужно сдать лечку. Или это надо к этой девке идти сразу ей давать кольцо? Печально. Давайте посмотрим. Заодно ярлов возьмем. Такс. Этот чувачок-то я не понял. Пожалуйста, поторопись. Кольца амулет. Не, надо этого урода найти. Пятого собрать. Испугался. Испугался. Ярлы закончились. Есть они. Так, как мне этого дебила найти? У меня портал. Ладно, давайте пусть нас. Как мне этого дебилоида найти, а? Кольцом. Как я сдам этот квест? Так, ну его можно шаром, наверное, жахнуть. Да не, блин, то же самое еще. Блин. Да иди ты. Да просто реально просто разочек пофиг. Он убить может, блин, целую армию ярлов. Гасить может всех. Ну и видите, я не могу напасть на этих уродов. Все жутко плохо. Сейчас нас будут иметь точку. Да, причем конкретное очко. Ну это ладно. Это ладно. Вот это сейчас будет. А, ну херка с ним. Вот. Мне повезло. Могло быть и хуже. Ярлов как-то мне терять уже не хочется на самом деле. Ярлы закончились. Вместо ярлов придется тогда брать этих упырей там, которые медленные, блин, а толку от них вообще ноль. Скорость они бесполезны. Они просто будут на себя брать эти, принимать удары и все на себя. То не факт. Удары возьму, пофиг. Годится. Я, наверное, лучший авторитет надо взять. Ладно, пригодится, потому что... А хотя, блин, нахрен я это сделал? Я же сблизи могу магией херачить и все. Я забыл про квест, надо разгарпить, кстати, вернуться. Типа это... Квест, кузнецу надо зайти. Может, он там починить не сможет. Эй, кузнец, что надо? Разрушенный мост мешает пройти мне к замку Гуннара. Ты можешь починить его? Гуннар специально приказал разрушить его, а ты говоришь починить. Разве новости не доходят до вас? Гуннар присягнул мне, и теперь он мой вассал. Эти земли теперь мои. Ежели так, тогда конечно, другое дело. Только сам я не справлюсь. Без мага мне не обойтись. Здесь без магии ничего стоять не будет. Место такое, понимаешь?
древние времена. Не надо истории, вон же маг стоит прямо через дорогу. Так вот оно так, только не может он от дома далеко отходить. И почему? Ты сама у него спроси, согласится помочь, починю мост. Бля, задолбали, а? Где этот маг? Ой. Мне нужна твоя помощь. Помогу, но не сейчас, потом. Приходи когда-нибудь. Что с тобой стряслось? Да верни, сукины дети, накормили меня несвежим мясом, а теперь каждые 5 минут приходится... Впрочем, не важно. Режмак, исцели себя. Я раны могу исцелять, а не понос. Прости мою несдержанность, мне только знахарь может помочь. А у него горе, жена пропала. Все из рук валится. Никаких снадобий сварить не может. А если я принесу тебе снадобье, тогда я сделаю для тебя все, что хочешь. Ой, пошел срать. Я скоро вернусь. Пошел срать. Это знахарь. Здравствуй, знахарь, здравствуй. Мне нужен отвар, чтобы в животе не крутило. А, это для нашего мага, что ли? Похоже, в его беде уже все знают. Завоняло, наверное, да? Ну, деревня-то у нас маленькая, прости. Не могу я тебе помочь. Сердце не на месте. Жена пропала. Пошла в сторону леса, ничего не сказав. Пока не узнаю, что с ней случилось, ничего не могу поделать. Если я найду ее, сможешь сварить? Смогу, только поспеши, может, она еще и жива где осталась. Да затрахали вы, дебилы. Короче, чтобы тупо сделать мост, надо сираться. Крючок. Простачок. Здравствуй. Вот кольцо, которое я тебе обещала. А, я даже не надеялся. Я ведь сказала, что всегда держу слово. Спасибо тебе. Мы с Астрид тебя никогда не забудем. Ладно, ладно, беги к своей будущей жене. Какая? Верный жених, выполнил квест. Авторитет, видите, увеличился. Блин, 2000 потратил. Ну, зато авторитет купил. Замку, темный портал. Ну, темный портал, ты к нам, уроды, вспомните, стояли. Не пускали нас, вот нам надо будет с ними сразиться. Пока не надо. Так, буду там где-то. Мне кажется, где-то там. Девушка его потерялась. Ее уже, блин, тут сожрали, наверное. Бабка, что ли, это? Уйди, никто не коснется меня, кроме господина моего Самаэля. Я не... Господин мой дарует верным жизнь, вечную смерть. Прочь от меня. Успокойся, я друг, я пришла, чтобы отвезти тебя домой. А, нет другого дома, кроме обители моего господина. Уходи, пусть он придет за мной. Кажется, старуха сошла с ума. Нет, постой. И ты тоже должна жить вечно. А, да, и ты тоже. Остановись, женщина. Не сопротивляйся, ты познаешь блаженство смерти. Не трогайте ее, я постараюсь. Блин. Что я сделаю, интересно? Я сейчас грохну эту бабку. Какая она крутая, кстати. Дриту налево. Ты хочешь шар, ну, на тебе шар. Надо было сразу жахнуть. Я убил бабку, нахуй. Ну, блин, демоны, я вынуждена была защититься, простите. О, спасибо, ты освободила меня. Ну, все, прощай, бабуся. Ну, все, прощай, мой мост. Дерьмо. Так, у тебя есть наемники? Слушай, наемники закончились. Рождаемость хреновая. Не знаю, как сказать тебе. Она мертва? Да. Я чувствовал это, но не мог поверить, как это случилось. Она была безумной и напала на меня. Я вынуждена была защищаться, прости. Что ж, я верю. Ты не хотел ее убивать. Я сам начал замечать у нее признаки безумия после того, как в деревне побывал этот айратский маг. Советник Гуннера? Да, даже я почувствовал зло, исходящее от него. Что же уж говорить о моей бедной жене. Уверен, он виновник ее безумия.
Может быть, тебе станет немного легче, если я скажу, что он мертв. Это не вернет мою жену, но ты права, мне и в самом деле легче. Что с отваром? Да я помню наш уговор. Подожди немного. Вот, отвар готов, бери. Спасибо. Отвар от поноса. Надо бы у меня. Отлично, давай его скорее. Ты в порядке? Уф, как никогда. Итак, чем я могу тебе помочь? Надо, чтобы ты заговорил канаты для кузнеца. Он говорит, что без этого починить мост невозможно. Всего-то, считай, все уже сделано. Пошел он куда-то. Он уже тут. Ну что ж, кузнец, мост-то починишь. Починю, раз обещал. Идем к мосту, там поговорим. Мост я починю, только видишь, на той стороне тебя уже ждут. Уж как ты с ними справляться будешь, думай сама. И в этой драке я лишний. Чини, мое дело предупредить. Елки зеленые. Это да. Это черт, мать твою, за ногу. Обреченные тут еще какие-то. Да. Этих стариканов надо завалить, прокаженных, они ядом драчат. Неплохо. Блин, а у меня орков нет уже. Орки зеленые. Орки зеленые. Давай так. Старых пердунов. Минус один. Можно одного минусовать. Меньше урона будет от них. Слушайте, ядом сейчас. Бах. Ну все, она помрет. Ну и орки. Ну орки-то ладно. Хотя не помрет. Смотрите, прикол. Я умею вот так. Опа. Что, я живой? Ты видал такое? Не ожидал, да? Ой! Тут что-то мишка, блин, на меня нападает. Лисий медведь. Ой. Морки, ты хер ты с ними. Осторожно ступаешь на мост. Прийти по мосту. Да, мы выполнили задание с мостом. Да. Здесь мы что-то. Защита от магии, конечно. Как раз вот от таких прокаженных будет защита. Дебилоидов. Так, могли бы сюда, конечно, и этот сундук засунуть. Что-то нет. Ни хрена. Прийти мост. О, так, ну ладно, сейчас мы завалим. Йомины. Чё, блин? Охренеть, чё, йомины? А, ну ладно, это фигня на самом деле. Чё, легко сейчас пойдём. Так, я предлагаю просто постоять здесь. Это вот, конечно, хреново, но я справлюсь. Дворков нужно купить. Либо вот этих чертей взять. Вместо орков. Просто берем вот так вот. Снимаем чары. Ну все. Ой! Не по плану пошло все, не по плану. Пошло не по плану, совсем не по плану. Так, ладно.
эту чертилу завалим. Хотя бы. Блин. Говорю, такого я, конечно, не ожидал. Что делать? Воскрешения у меня нет. Я потерял ярла. Так что, тут еще кто-то? Нет. Нет. Хватит, поищу немножко. Сейчас все в силу заклинаний будем шарами метать. Потом тройной фаербол будет вообще шикарно. Портал активирован, зашибись. Так. А, ну, проход в замку Гуннара, да. По-любому где-то должны быть сундуки. Сверху там что-то есть. Можно понизу, можно поверху. Давайте сначала понизу пробежимся, посмотрим, тут почистим. Зачистим территорию. Качаемся еще. Да хер-то с ними, конунги. А, нихера там, сколько конунгов? 4, что ли? Это жопа. Сразу жопа. Или один конунг? Не, один конунг, это херня. Стрел сделаем просто. Так, вот это урода. Так, здесь мы ничего не сделаем. Ну, чтоб снага не завалили. Печально. Ярлов, походу, завалят у меня. Ярлов у меня тут завалят. Да. Ломка стрел работает, но не очень. Ой. Чуть не ожидал такого. Давайте этого года ярлами завалим. Блин, ну чё? Ну такие слабые. Есть? На всякий случай вперед. Все. Вот, ничего не сделает, он там уже в ближнем бою будет. Первому. Хрена лысого. Улучшать фаербол в задницу. Детеныш. Ваш лошок. Лошок. Что с него возьмешь? Так, идем дальше. Че тут за хрень? Рассказывайте. Я Лодин, сын Моргада. Никогда не буду служить твоему господину. Как смел ты нарушить присягу и покинуть замок? Я давал присягу Гуннару, а не тому, кто говорит его устами, у Гуннара больше нет воли. Ты поплатишься за свой поступок. Эта смерть будет честью. Жить под властью твоего господина позор. И сделал свой выбор. Мешаться. Держись, солдат. Меня сейчас схавают эти слухи, блин. Да-да, во, молодцы. Перейдите орков. Да. Йомин. А это что? Ну, два Йомина. Два урона. Давайте лучше этого мага. Блин, Йомин это прикол, конечно. Сюда отправим. Так, завалим. Все-таки выстрелит легко. Прощайте, мои ярлы. Ярлы, прощайте. Нет! Только не снаг. Верный друг. Верный снаг. Ой, ой. Было опасно очень. Даже было жестко.
Тот. Меня зовут Анея. Почему ты помогла мне? Враг моего врага, мой друг. Я достаточно навидалась того, что творят айратские маги. Почему он преследовал тебя? Я служил Гуннару, пока знал его как сильного и справедливого вождя. Но то, что он, во что он превратился, нет, это больше не Гуннар. Я понимаю, о чем ты говоришь, но все позади. Гуннар снова стал самим собой маг, поработивший его разум мертв. Это лучшая новость, которую слышал за последнее время. Если так, то я возвращаюсь к своему господину. Да, верные люди нужны ему сейчас как никогда. Я видел, как ты сражалась. Ты отличный воин, но бывало, твой удар слегка запаздывал. Угу. Покажи, что ты имеешь в виду. Теперь понимаешь, в чем? Да, мне был незнаком этот прием. Спасибо за науку. Да, чуть не забыла. Я видела твоего отца. Он просил передать тебе несколько слов. Спасибо, я навещу его, как только смогу. Отдохну немного, прежде чем отправиться в дорогу. Да не авторитет. Помните, да, как там с сундука вылез оборотень? Конечно, был прикол. Это в Ахе. В Ахе. Так, ладно, с этим мы разобрались. Квестом. Тут нет, несколько квестов такие, какие-то скрытые, что ли. То есть, даже не указаны на карте. То есть, ты просто ищешь. Зачищаю всю карту. Двигаем наверх, там уже к замку Гуннара снова. Возможно, там еще кого-нибудь надо завалить. Да, видите, вот там что-то армия какая-то, утырков. Да, что-то утырки там. Йомин, Двергар, Херар, Жерар. Так, ну сейчас посмотрим. Волки — это хрень. На самом-то деле. Они в Йомин называют, а вот этих стрелков. Нет. Устойное эффективное заклинание, которое мешает вражеству подать в цель. Дальнобойность значительно снижается. Да, такой... Вера нас работает. Работает не нужно. Мы еще близко должны стоять. Смотрите. Да, вон, видите, где? А, 8. Вон пострел 8. 8. Ну да, близко мы теперь должны стрелять. Так, о, Йомина, Йомина, быстрее. Там опасный враг. Блин, ярло может заболеть одно. Это тоже может. Что они не делают, ярло палит. Ты хер знает, что делать. А, ну вот, кстати, нормально. Блин. Ну что на снага-то? Нага не нападать. Сейчас еще ярло завалит. До этих лучников мы не добежим. Нужно отойти. Меня завалит все равно. Ладно, хер ты с ним. А, там еще волк. Ну, забыл. Сейчас все, они не должны попадать. Волка вылет. Лучник ничего больше не сделает, скорее всего. Причем у меня теперь будет два отряда ярлов.
дохера ярлов завалили. Зато опыт, зато золото. Сейчас мы еще к Тунару зайдем, там какие-нибудь слабаков, если медленных типов. Возьмем их. Вот сейчас хп и силу заклинания будет качаться. Две части есть. Там 8 что ли частей должно быть. Так, 5. Ну вот тут по 6. Ну ладно. Сейчас мы еще этих купим. Танков. Будут стоять как дебилы, принимать на себя удары, возможно, может и нет. Так. Уже была на руинах? Нет. В каких руинах тут речь вообще? Что? Сзади замка, что ли? Так. Ладно, эти дебилы. И нет. Есть 5, 10. Нет, давайте вот так вот. Вот. 10 сюда, в центр. Вот так вот сделаем. По красоте. Ярлы будут по бокам всяких лучников, возможно, валить, которых добегут, а эти будут просто стоять, не вдуплять кольца амулет. У меня 20 тысяч на нет. Но скоро будет уже, скоро будет. Недалеко. Ушли. Так, здесь нас могут отправить далеко и надолго. Далекое путешествие Агантар. Пока мне это не надо. Я хочу... Вообще я хочу здесь вот с другой стороны обойти, возможно там руины. Или вот про этот темный портал он имел в виду, может. Была ли в руинах? Хер знает еще. Так, вот тут стрелки, конунги, херонунги. О, еще и ведьма из Блэр. Так, ну ничего. Это конечно хреново. Не надо мне ярлов бить. Вот бей, вот целый тут. Центр свободный. Блин, этих дебилов. Он кострел. Юзер на все. Они ничего не сделали. Они уже ничего не сделали. Ну, давай сюда. А в смысле? Этих вообще на сайте дебилоидов. Идут вперед. Тащат, может, кому-нибудь. Мы втащим. Не видите, они для ближних только. Таких вот, ну, мелких. Что-то боев. Ой. Фига она. Чуть не убил ярла. Блин, ну за что? За что, мои ярлы? За что ярлов-то? Ярлов жалко. Блин, эти вообще дебилы какие-то медленные. А, надо было ускорение на них заюзать, было бы сейчас. Не 10 кругов. Конечно, я тупанул вообще жестко. Это не еще обидец. Но зато мощные. Мощные ребята. Вот просто их так херачит и все. Ну все, минус ярлы мои. Зато мы до вас добрались. Продайте.
копали сразу. Булавами. Закопали булавой. Три ярла. Ярлы они на себя атаку принимают. Бедняги, бедолаги. Так. Я больше не могу их нанять, потому что они закончились. Все, ярлов больше не существует. Ну, вроде это не квест, потому что если был бы квест... Может, темный портал мне надо? Беглецы какие? А что за беглецы? Два раба сбежали. А, это мне сдать этот квест надо, я забыл его сдать. Я его выполнил так-то. Давно выполнил. Второй серии. Второй, наверное, серии выполнил, но... Ладно. Давайте сейчас посмотрим. Так, вот это то ли тут, то ли в замке. Надо сдать квест. Кого там беглецы какие-то? Да. Кого беглецы там? Я просто не помню. У меня есть новости. Да. Дети мерзавцы не предпочли смерть возвращению. Глупцы, я ведь хорошо относился к ним. Некоторые предпочитают умереть на свободе, чем жить неволе. Мне трудно понять это. Не скажу, что ты принесла мне хорошие новости, но обещание есть обещание. Вот твоя награда. Что получили? Колды. И опыт. Это вообще шляпа. У меня квест был уже. Это уже все, да? Так, ну здесь уже нечего. Так, Венея. Так, ну давайте темный портал выполним. Так, это беглецы, да, у нас было задание. Так, угроза из Айрата, ну это понятно. Успех Фрейна, идти корабль. Спасти народ, Один сын. Мартага, кстати. Сейчас не забыть, это у ярлов и наемники. Кто? У меня для тебя хорошие новости. Какие? Говори же скорее. Я встретил твоего сына, он самовольно оставил службу у Гуннара и спас от преследования его людей. Я помогла ему избавиться от врагов. Он передает тебе, что жив и здоров. Когда выпадет случай, он тебя навестит. Слава богам, наконец-то моя душа спокойна. Спасибо за хорошие новости. У меня нет денег, чтобы отблагодарить тебя. Прими в подарок эту мазь, сделанную по старому фамильному рецепту. Она поможет более стойко переносить удары. Я принимаю этот удар. Броня 17. Если нужны воины... Вот, хорошо. Ну, воины мне нужны. Два воина. Всего лишь. Теперь хотя бы не потребуй. 4 я. Ну, сейчас их убьют, наверное. Оливер. Кто там сидит? Еще. Пойдем гулять уже. Закончу серию и пойдем гулять. Долгая прогулка. Уходов не любить. Тебе нечего здесь делать, уходи. Я сама решаю, что мне делать и где. Предупреждаю в последний раз. Ставь уже предупреждение для тех, кто способен напугать. Сама выбрала сущность. Уходит или крутит сюда. А нет. Нет, они нападаются. Слабаки. Блин. Но этого они не ударят, они сзади будут. Он может быть и завалит. Не повезло. Мы не окружили бы. Ой, боглы пошли, боглы. Блин. Чё они все бьют-то первыми? Ребята.
как предлагаю сделать? Дабы выжить. Здесь мы не выживем, поэтому принесем себя в жертву, скажем. Решайте, ребят. Вы заслужили личную службу. Знаете? Оливер. Это вроде зовут. Это Боглов бы завалить еще. Боглик. Да, печально. Они идут. Куда вы идете? Нет, не надо снага трогать. Дебилы. Не трогайте моего снага. Они тоже пытаются снага завалить. Мне тоже не нравится. И вы медленные, а. Они сейчас убьют снага. А, мне повезло. Снага. Да, Оливер? Я тоже так думаю, что это самый лучший способ. Самый лучший путь — это вылечить снага. Перейдем сюда. Да, ну все, сейчас все будет хорошо. Эти не смогли завалить. Оливер, хватит. Нельзя. Не надо. Не надо так сказать. Возвращаемся. Давай сейчас. Опа! Дали такой прием. Снаг. Ну, сильный снаг, оказывается. Сейчас пойдем гулять, вернемся. Закончу серию. Пойдем гулять. Так, Юин здесь не будет. Второе, блин, дебилы. Лечиться. Вот о чем я и говорил. Эти дебилоиды, они бесполезные какие-то вообще. Они медленные, блин. Они дойдут. И всех там покромсают. Надо спасать. Ее-то не убьют, она отхилилась. Надо не убить. Надеюсь, они на снага не нападут. Все. Охрененно. Будет охрененно, а непременно. Непременно все будет охрененно. Видите, они еще дебилы какие-то. Хорошо, хоть магией владеет. Спас свою задницу. Красиво, видите, красивая задница. Так. Типа задание того мага, да? Блин, изучить бы портал и портоваться бы. Могу сейчас быстренько тогда. Я могу быть полезен. Ничем.
чем-то не может быть полезным. Простак. Мастак. Так, это задание мы выполнили. Так, можно вот этих дебилов поменять, если они есть. Бесполезно. Можно, кстати, знаете, что сделать? Поменять. Да, блин. О, по 7. 7. Да, ты оказался прав, это место кишело нежитью. Мне пришлось изрядно повозиться, чтобы уничтожить всех. А портал, он разрушен. Слава богам, не знаю, как отблагодарить тебя, хотя ты ведь часто приходится тебе сражаться. Да, бывает. Я могу увеличить твою сопротивляемость вражеским заклинаниям. Такой благодарности я не откажусь. Хорошо. Теперь ты лучше сможешь переносить атаки вражеских магов. Могу еще показать пару-тройку полезных заклинаний. Смотрю, чему ты меня можешь обучить. Ливень стрел. Левел, круто. Давайте хп и 500 к силе магии. Это уже круто. Это очень круто. Быстро качаемся еще. Дай мне вот эту стойкость. Ой, блин, какой стойкость. Я думал, что сплю это говно. Так, ну все, теперь можно, в принципе, отправляться. Это все сделали. Да, народ спасти. Народ, народ. Проводи меня, мое почтение, отведи меня к кораблю, слушаюсь. Так, что тут у нас? Не, мы сначала здесь осмотримся. Мало ли тут сундуки какие. О, блин, что за жесть? Еще какие-то отступники, тут штук 10 их. Блин, говно мне тут какое-то вообще. Верите камни сейчас. Я вам жахну. Надеюсь, нага не убьют. Надо было орков хотя бы взять просто так. Мишени. Они нас оплетают. Это, блин, хреново. Чувствую, сейчас мы здесь просрём или снага убьют. Магия, например. Вариант. Тварь. Если что, сейчас на этих, ну, на этом, да, нападём, да, хотя бы его завалим. Уже будет два рандома. Два рандомных заклинания. В кого они полетят? Хорошо. Мое лечение бесполезно, да. Да. Но бесполезно. Но ничего страшного. Добавились одного. Это урода мы сейчас завалим. Битва вас ожидает. Масштабная битва. Давайте хотя бы добьем. Не всех. Хотя бы вот этого еретика. Уже хорошо. Видите, уже медведи ничего не делают. Друиды херово. И можно просто подхилить кого-нибудь. Вот дела плохи, вот тут дела плохи, очень плохи дела. Блин, ты чё? Ой, больно на это смотреть было. Три. Блин, вот тут, кстати, могут убить, там тоже был слабенький. Слабенький.
Ладно, вроде неплохо справились. Малой кровью отделались, на самом деле. Каждому что-то втащим. Все втащили, получили, все. Опыта нет. Мы пришли, Снаг, теперь дело за тобой. Да, моя госпожа, я буду ждать у корабля. Мы отправимся, как только ты прикажешь. Иди, корабль. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, может, что есть. Думаю, можно сваливать. Мое почтение. Иди на замок. Думаю, отправляемся в Ферлич. И будут приказы. Отправляемся в Агантар. Слушаюсь, госпожа. Ты что, Аполлу умел, Снаг? Куда ты привел корабль? Это же народ. Госпожа, я не виноват. Похоже, компас вышел из строя. Клянусь, этого больше не повторится. Конечно, не повторится, потому что я тебе... Слышишь звуки битвы? Что это такое? Я вижу гномов, госпожа. Они с кем-то сражаются. Их врагов гораздо больше. Гномы? Одно из древних племен Нанорота. Я не могу оставаться в стороне. Жди меня здесь и почини этот треклятый компас. Конечно, конечно, госпожа. Блин, и гномы, вы чё? И нахер гномы? И гномы? А это чё за... А? Чё ни одного такого чувака сделали здесь? Ну ладно. Страшно, сейчас разберемся. О, кстати, у нас нету Снага. Отлично. Помехой был вечно. Тогда вообще легко все пройдем. Ура! Просто всегда боялся за Снага. Будет грохнут. Это херня. Ну этих-то ладно, пусть убивают. Ну вот это убить. Херня. О, под сколько? Под 100 что ли? А, это рейд. Ни хрена себе. Ни хера себе. Я думал, это эти, которые слабенькие-то. Целый рейд. Целый рейд. Да, у меня, конечно, блин, армия здесь вообще охрененная. Быстрая. Охренительно быстрая. Да ничего не сделают. Там разделится урон. Дамаг разделится. Блин, надо было тех бить, я что-то тупанул. А с другой стороны, может и неплохо. Да рейд, рейд у нас забить. На 3, если разделить на 3. Ну, неплохой дамаг будет, сейчас помрут, блин, дебилы эти слабые. Да. Мы уже всех тут порешали. Минус рейд. Боглы еще успеют завалить. Боглы. Повезло. Все, ура. Мы прошли этот бой. Вообще неожиданный бой, на самом деле. Еще и левел тоже, нет? Спасибо тебе, человек. Не за что. Мы не знаем только, что с каждым днем их становится все больше.
Если нашествие не прекратится, мы уйдем внутрь горы и запечатаем за собой пещеру. Вы не будете сражаться? Мы не знаем, с чем сражаться человек. Эти твари плодятся, чем больше убьешь, тем больше встанет их на место. Чтобы победить зло, нужно уничтожить его источник. И пока мы не найдем его, нет смысла тратить наши жизни в бесполезных боях. Я знаю, что источники всех зол находятся в Айрате. Тебе не приходилось слышать имя Самаэль? Нет. Ладно, рано или поздно я узнаю, кто он. Удачи, ну. И тебе удачи, человек. Чё? Он починил компас? Армия у меня прям вообще шикарная. Мне кажется. Ой. Ну-ка, может тут вылезет какой-нибудь крутой боец. А-а-а! Повелевай мной. Ну, видите, я ожидал чего-то, но не такого, блин. Я думал, кто-нибудь другой вылезет покруче. Гладиатор какой-нибудь. Мертвец, гладиатор, мертвец. Нахрен не этот оборотень, а? Я с другой стороны, в принципе, может пригодиться. Он шустрый, он первым будет всегда атаковать. В этом плане как бы неплохо. Мне кажется, можно пройти отсюда. Где это мы находимся? Но мы благодарны тебе, человек. Мы непонятно куда отправились, но может на какой-то острове типа. Починил компас, да, госпожа, но у нас появились неприятности. Что еще? Во время сражения управляющее заклинание одного из магов ударило в корабль. Наши лесные припасы полностью испорчены. Теперь мы не можем продолжить путь в Агантар без продовольствия. Демоны, ладно, что-нибудь придумаем. Может быть, гномы помогут. Оставайся у корабля. Слушаюсь, госпожа. Хорошо, что он хотя бы это... не с нами пошел. Ну, придется тогда. Что тебе нужно, человек? Продовольствие и много. Старые запасы были уничтожены во время боя. Мы вряд ли сможем помочь тебе, запасы наши невелики. Может быть, люди из Янтвилла тебя выручат? Янтвилл, как туда попасть? Я проведу тебя через пещеру, можем отправиться хоть сейчас. Я готова. Прошу, иди за мной. Охренеть. Янтвилл сразу. Ошибись. Куда ведут эти двери? Пещеры, две гаров, варф, ветеранов. Ты можешь нанять нас, если хватит денег. Дальность стрельбы. Да, не такие уж они, конечно, и крутые чуваки. Блин, ладно. Раз, приведи меня к гавани. Так, Гентвилл, так Гентвилл. Мы уже серию скоро заканчиваем. Так, не забыть просто про это. Я тогда забыл. В прошлый раз. Так, сундук забираем. Авторитет. Вот теперь можно, кстати, и уродцам того заюзать. Так, мне нужны припасы. Много? Столько, сколько нужно, чтобы заполнить полтрюма корабля викингов. Для тебя нужен наш торговец. Кроме... его никто не сможет продать тебе столько припасов. Где его найти? Последний раз я увидел Хвертвингом около храма. Хвертвинга знать легко, он смертельно болен, и его вид ужасен. Спасибо. Урод. Вот. Ходи, отдохни. Что здесь творится? Рассказывайте, ребята. Заклинанием научите меня крутым. Хочешь изучать магию? Да, посмотрим, чему ты меня сможешь научить. О! Броня так это вообще шикарно. Здравствуй, чем могу быть полезен? Да ничем. Чё? А, не работает. Хреново.
Это типа, чтобы я не мог вернуться обратно. Специально сделали, урода. Сквертвинга, говорят, где-то. Какого хертвинга, блин? Это же не показывают, видите, на карте. А, упс. Тебе остается лишь молиться богам. Не думаю, что это поможет. Твоя вера слаба, хертвинг. А боги помогают тем, кто верит. Разве ты не видишь, боги отвернулись от меня? Возможно, это испытание. Испытание? Они могли испытывать меня, но при чем здесь мой народ? Знаешь ли ты, сколько людей умерло от чумы, а сколько еще умрет от голода? Надеюсь, и весь, сын мой, других слов у меня нет. Ты, Хертвиг? Да, что тебе нужно? Мое имя Инея. Я слушаю. Что с тобой случилось? Я умираю. Из-за чего? Однажды ко мне пришел маг из далекой страны Айрат. Он попросил приюта. Я разрешил ему остаться в своем замке, однако вскоре почувствовал, что его присутствие, ему рассудок мутится. Вскоре и тело мое ослабло, я заподозрил мага и выгнал. Знаком, это единственный, кто понял опасность, исходящую от магов. Слишком поздно, болезнь захватила мое тело и разум. Чума ползла по моим землям. Те, кто от нее умирал, воскресали, но только телом. Ужасные твари, лишенные разума, но наделенные ненавистью. Вскоре маг вернулся с войском. И я, ни мои люди не могли оказать ему достойного сопротивления. После сокрушительного поражения мне удалось бежать сюда. Болезнь излечима? Я говорил с магом и со знахарем. Они знают, как ее вылечить, но сами бессильны. Я помогу тебе, Хертвиг. Почему? То, что происходит в твоих владениях, касается всех. Если мы не будем помогать друг другу, то погибнем. Слава достойной правителя. Держись, я скоро вернусь. Послушаю. Так. Ты ведь хозяин соседних земель, значит, тебе должно быть известно о доспехе Фрея. Конечно, часть доспеха предстояла моей семье с поколения в поколение. Я бережно храню ее, когда я умру, ее похоронят вместе со мной. Чего ты хочешь за нее? Она не продается, если кто-то исцелит меня и дал войско, только тогда я без сожаления остался с этой реликвией. Какое войско тебе нужно? Об этом нет смысла говорить, у меня не хватает сил, чтобы повести их. Я слушаю. Я ищу местного торговца. Люди сказали, ты видели его с тобой. Да, это правда. Где он? Я купил у него продовольствие для своих людей на все деньги, которые у меня были. Он ушел с возом в сторону моих земель. Почему ты не с ним? Я болен, я не перенесу дороги. Мне осталось немного. Я пройду упущенное мне время здесь. Так. Что делать? Знахарь, что ли? Ищу лекарство для Хертвига. Я не могу помочь ему. Его дела слишком плохи. Ведь... Кроме болезни, его силы подтачивают проклятие. О проклятии я позабочусь. А болезнь можно излечить? Лекарства от болезни существуют, но трава, которая для него нужна, в Анароте не растет. Что за трава, где ее найти? Люцерна. Найти ее можно только в Агантаре. Тамошние знахари должны знать больше. Спасибо и на этом. Ошибись. Знаешь, Хертвига, конечно, недавно обращался ко мне за помощью, но я бессилен что-либо сделать. Почему? В жизни угрожает не только болезнь, но и проклятие. Вместе они убьют его. Проклятие можно снять? Можно, но моих сил для этого недостаточно. Проклятие питает силой древнего обелиска. Что за обелиск? Он стоит недалеко от Гентвилла. Один из таких нескольких вонородцев, кем они были созданы. Кому неизвестно, темная магическая сила стала изливаться через них совсем недавно. Если обелиск разрушить, тогда сила проклятия настолько же ослабнет, я легко смогу снять его, болезнь не отступит. Но все же Хертвиг проживет дольше. Почему до сих пор этого никто не сделал? А вокруг каждого обелиска бродит нежить. Она нападает на любого, кто осмелится приблизиться к нему. Где находится обелиск? Я покажу тебе. Как только обелиск будет разрушен, я смогу снять проклятие. Спасибо. Блин, снова тут хрена задание. Обычно. И не работает ни хрена этот телепорт. Замок Ульрика. Туда типа надо. Обелиск, скорее всего, надо сломать. А, ну вот Гентвилл-то я помню, я здесь. Александр вроде бегал тогда. И про дракона я, кстати, тоже помню. Давай еще наймем тебя. Ребят. Пожилых ребят.
Ладно, сейчас посмотрим, что там дальше, и закончим на этом серию. И булками туда-сюда. Туда-сюда булками вертим. Крутим, вертим булками. Так, ну-ка, давай оборотня снова. Надо пополнять его единицы. И наемники к твоим услугам. Пойти в барак. Бонунки. Хотя бы разочек там завалить кого-нибудь. Да, это, конечно, жесть. Черт. Этот маг вообще сильный. Эти тоже, блин, уроды сильные. Прощай. Ты был хорошим соратником. Блин. Больше конунги не смогут ударить. Достаточно интеллекта. Это все, это жопа. Что-то какие-то здесь вообще жуткие монстры. Враги вообще жесткие. Они сейчас ее убьют, и на ее. Они сейчас всех просто поубивают. Изнесут в кухах. Мое войско просто магии херачит по полной программе. Ну, что тут сделаешь? У меня один конунг остался. Давай. Флотилию. А у него, блин, закончилось, походу. Мана закончилась. Этих тоже, наверное. Инта закончилась. Ели вы что сделаете мне? Ничего. Давай, подходи. Подходи. Уклон. Ну, вот эти, кстати, бесконечно стреляют, падла. Поэтому не знаю, что тут не закончилось. Там все, запал. Кончился запал. Напал. Я осталась одна, Энея, амазонка. Хотя бы снага не было, это уже хорошо. Наг хоть живых остался там где-то у себя. Яростно обрушишь обелиск удар за ударом. Камень не выдерживает и рассыпается. Что-то, наверное. Там кто-то вот стоит. Так, можно конунгов тогда нанять еще. Оставшихся конунгов.
Что у меня по золоту? 15 тысяч. Еще бы немножко, и можно было бы колечко купить, с которым, возможно, бы стариканы заиграли бы новыми красками. Кто-то не сблизит, так бамс. Я слушаю. Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Мак рассказал, что ты сделал для меня, болезнь не ушла, но проклятие больше не заставляет надо мной, не давит надо мной теперь. Во мне достаточно сил, чтобы поддерживать хоть какое-то время. Надеюсь, этого хватит, чтобы успеть чистить земли. Хорошо, мой путь лежит в Агантар. Возможно, оттуда я смогу привезти лекарство для тебя. Надеюсь, застать тебя живым. Слушай, Нэй, я у тебя в долгу, и долг это нельзя исчислить в золоте. Все, что я могу предложить моей земле, моя преданность. Да щедрый дар, ты хорошо подумал, прежде чем предлагать его? Да, будь уверен. Что, я принимаю его, увы, я не могу помочь в твоей борьбе, ибо спешу выполнить свою миссию. Но когда я вернусь, спасибо, Нэй, я и так сделала более чем достаточно удачи тебе, Хертл. Видите? Слушаю. Ты ведь хозяин соседних земель, значит, да, конечно. Ты хочешь, она не продается. Твое войско тех, кого можно нанять на зашедшей земле. Ангары, огры, конунги. По 2-3 бойца от каждого племени. Как ты собираешься воевать с таким количеством воинов? С ними я тайно проникну в свой замок и захвачу его. Затем соберу ополчение. Впрочем, это уже не твои заботы. Найду тебе воинов. У меня нет денег, чтобы заплатить за службу. И думай об этом. До встречи. Охренеть. Слишком дорого, ты чё? 25 золотых. Так, твоя сила велика, Нэй. Не помню, чтобы я вызывал тебе свое имя. Не удивляйся, оно теперь знакомо каждому в этих местах. Я уже снял проклятие с Хертвига, и два обелиск рухнул. Что ты хочешь? Хочешь за это награды? Сейчас не те времена, чтобы требовать награды за добрые дела. Спасибо. Хочешь изучать магию, да? Так, может этот заработает, да? Хера знает. Ладно, давайте мы на эту серию закончим. Удачи и кто-то.